Итак, привет, с вами Варвар, это обзор на игру Топия. Она, игра весит 15 мегабайт, сейчас звук вам потише сделаем. Стоит $1, в принципе, прикольная игрушка, сейчас посмотрите. Ну вот тут туториал, тут обучение прошел уже. Ну и вот, можно выбрать уровень, а можно просто представление. Ну сейчас выбираем, что именно хотим. Play. Итак, вот наш планета. Шарик. Можем крутить. Так, начинаем. Вот эти нажимаем по этим следам. И у нас появляются настройки. Так, тут мы можем животных выбирать. Я не знаю, как они называются. Но и вот эти красные, это хищники. Вот это травоядные. Вроде, как я понял. Давайте еще птиц можно тут. Теперь какой-то динозавр или курица, я хуй знает. Потом у нас травоядные животные. Вот они по сейчас я вам увеличу вот эту кнопку крутить и увеличить. Вот видите, они жрут друг друга, размножаются, все такое. Когда они размножаются, появляются черные точки, они исчезают. Так. И вот это тоже травоядное какое-то. Баранное. Так, дальше. Это у нас уменьшить. Вот это. Дайте я вам еще промотаю на воду. Пусть они друг друга грызут. Выбираем вот это поднятие. Вон птицы у нас летают. Вот видите, мы увеличивается гора. Вот мы увеличили. Теперь можно сделать равнину. Она потом зеленеть начнет. Можно сделать ее глубокой. Вглубь. Ну, короче, уменьшаемая. Убираем. Вот типа у нас котлован какой-то. Так, ну в принципе все, можно прикольную тему создавать. Но это первая версия, в скором времени она будет увеличиться, будут увеличиться животные, ну разные типы животных. В принципе животные, в принципе игрушка, это не игрушка, а типа, не знаю как назвать. В принципе прикольно, можно скачать, в принципе доллар недорого, скачаем все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Варвар. Всем пока.